Во время недавней поездки в Блэкпул у Уильяма и Кейт было очень плотное расписание, но даже в свободные минуты герцог не терял зря времени. Он смотрел обучающие видео с очень интересным содержанием. Уильям задался целью научиться делать прически своей дочери Шарлотте, и решил заручаться в этом деле не помощью Кейт, а всесильного Ютьюба. Неизвестно, почему Уильям вдруг захотел стать стилистом дочери. Может, ему не нравится, какие прически их девочки делает Кейт? Да, и признаться, в отличие от герцогини, ее дочь часто появляется на важных мероприятиях с распущенными неуложенными волосами. Вот папа и решил исправить ситуацию. А папа, как известно, может. Приехав домой, говорят, Уильям приступил к практике. Герцог уже научился закалывать заколки, надевать диадемы и даже завязывать ленты на волосах Шарлотты. Но, как признался многодетный отец прессе, хвосты и косички все еще даются ему тяжело. Для меня это настоящий ночной кошмар. А вы пробовали это делать сами? Однако Уильям парировал, шутя: все потому, что у меня у самого мало волос, чтобы практиковаться. Так бы на себе быстро всему научился. Мы уверены, раз этот мужчина задался целью, то он ее достигнет. Кто знает, может, в скором времени Уильям сам запустит каналы на YouTube и будет давать мастер-классы папам, как плести косички девочкам. Этот контент был бы всем интересен, не правда ли?